Праздник настоящей русской зимы. В одни из январских выходных уже несколько лет подряд в нашей стране отмечают Всемирный день снега. Уже традиционно площадкой в Иванове выбран парк Степанова. Здесь оборудовано несколько соревновательных зон. Это для дошколят. Ножку, ножку, молодец! Молодцы, умнички, быстрее! 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 Соревнования для малышей, атмосфера накалена не по-детски. Со всех сторон раздаются подбадривающие крики к дошколятам, на старте приковано внимание сотен зрителей. Задача – пройти полосу препятствий за максимально короткое время. Испытания проверяют меткость, нужно попасть валенком в мишень, и командное чувство локтя – паровозиком на одной лыже преодолеть дистанцию. А еще есть задания на выносливость и скорость в упражнениях со сноутюбом. Это самая главная наша сила, конечно. Дети, вам нравится? Да! Вот вы так эмоционально реагируете, это азартный спорт? Азартный, конечно. Мы азартные дети? Да! Дошколяток к состязаниям готовы на все 100. День снега для них, можно сказать, финал длительного периода тренировок. В этом году в парк сразиться за первое место пришли ребята из старших групп 70 детских садов. У каждой команды своя тактика и стратегия. Внимательно слушать педагога, тренировки постоянные, да, и ответственные отношения. Выполнение задания, да? У вас команда и родители, и дети все прям вместе. Все вместе. Команда родителей! Поддерживали! В среднем на прохождение трассы у малышей уходит примерно 3 минуты. Это если не торопиться и процессом наслаждаться. И раз! И раз! И раз! И раз! На площадке семейных стартов атмосфера почти олимпийская. Задания для участников примерно те же. Испытания проверяют спортивную подготовку и командный дух. Кудряшовы на дне снега – дебютанты. Папа Алексей в качестве спортивного локомотива. Мама Настя задает настроение. Сын Матвей на подхвате. Ничего сложного. Мы первый раз участвуем с семьей. О! Интересно, интересно, несложно. Интересно очень, да. И забавно. Еще как. К празднику готовились не одну неделю. Ожидали, исходя из заявочных листов, 1200 человек. В сам день торжества на старт вышли больше 2000 горожан. Участвовать решались даже те, кто просто проходил мимо. Нам хочется создать настроение. Настроение зимы, праздника, зимних видов спорта. Чтобы у нас здесь на нашем микрокосмосе ребята попробовали все. И хоккей, и старинные забавы, и современные забавы, сноутюбы. Чтобы это все было вписано вот в одну небольшую, интересную, компактную эстафету. Ноу-хау этого года – старты команд учителей школы, педагогов детских садов. На будущий год организаторы обещали придумать другие испытания и по возможности расширить категории участников. День снега – праздник для всех. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.